Здравствуйте. Число бедных в России увеличилось на 300 тысяч человек. Порядка 20 миллионов жителей страны имеют доход ниже прожиточного минимума. Данные за 2016 год опубликовал Росстат. В 2015 году число лиц с доходами ниже прожиточного минимума составляло 19,5 миллионов человек. Годом ранее 16 миллионов человек. Сейчас этот показатель составляет 19 миллионов 800 тысяч человек. Напомню, величина прожиточного минимума в Пермском крае составляет 9594 рубля на душу населения. Между тем, инфляция в России в марте 2017 года замедлилась и составила 0,1%. Несмотря на это, заметно выросли цены на молочную продукцию. Об этом сообщили в органах статистики. Творожные сырки подорожали на 1,5%, молоко, кисломолочные продукты, нежирный творог и сухие молочные смеси для детского питания на 0,8%. Также на 0,8% выросли цены на шампанское и водку. При этом зарубежное пиво подешевело на 0,2%. Среди овощей и фруктов больше всего подорожал картофель на 9%, лук стал дороже на 7%. В то же время на 7,5% подешевели огурцы, а помидоры, апельсины, лимоны и груши потеряли в цене от 0,5% до 3%. 80 тысяч рублей. Такая сумма зарплаты сделает пермяков счастливыми. Служба исследований «Зарплата.ру» опросила порядка 2500 жителей Перми, чтобы проверить, зависит ли уровень счастья от их заработной платы. Результаты опроса показали, что только 25% пермяков удовлетворены уровнем получаемой зарплаты. Чуть меньше половины опрошенных горожан, 42%, признали, что скорее не удовлетворены, а 30% абсолютно недовольны своим доходом. Самыми счастливыми себя признают те, чья зарплата составляет от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, таких 59%. При этом максимально несчастными себя считают пермяки, которые зарабатывают свыше 50 тысяч рублей. 27% опрошенных будут счастливы, зарабатывая свыше 80 тысяч рублей в месяц. Еще 22% обрадуются зарплате от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. 20% устроят сумму от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Курс доллара, по данным Центробанка, на 7 апреля составляет 56 рублей 43 копейки, курс евро 60 рублей 8 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.